Меня зовут Татьяна, я из города Троицка, это Новая Москва. Я ученица, я пациентка вашей ученицы, Любовь Николаевна Волкова. Угу. Занимаюсь с ней 9 месяцев, еженедельно, два раза в неделю, вторник и четверг, совершенно точно. У нее потрясающие результаты, которые, я не знаю, она говорила вам или нет, я волнуюсь, потому что я уже не молодая, у меня есть с собой документы. Вы говорили про подмышечные впадины. У меня был рак груди 10 лет назад, 2,5 года назад у меня метастазы в легких, в правом легком. Заниматься с ним начала в марте месяце, в феврале у меня метастазы остались. На всем протяжении лечения были совершенно одинакового размера, не уходили, не уменьшались, ничего. Вот. В сентябре месяце я сделала КТ, метастазы легких нет. У меня была в правой груди, здесь у меня с собой документ, миома, в правой, фибромиома, но на небольших размерах, 7×10×7, и подмышечный узел 30 мм в одной области. Любовь Николаевна прошла у вас 10 курсов. Вот, и у меня с собой документ, сделанный вот ровно в марте мы начали заниматься, и вот в этом месяце я делала обследование, у меня фибромиома рассосалась, ее нет, и подмышечного узла у меня тоже нет. Настолько впечатляющий, что я просто не могла вообще не приехать, не посмотреть. А для кого? Я медик по образованию, так же, как и Любовь Николаевна, вот, работала в психиатрии.